Ну что, дорогие телезрители, мы продолжаем наш прямой эфир. Напоминаем, что сегодня говорим про чудо. И верите? Верите ли вы в чудеса? Случались ли они у вас или у ваших близких? Так что не стесняйтесь, отвечайте к нам, пишите. Тем более сегодня очень-очень много подарочков. Ну и хотелось бы представить второго гостя. У нас сегодня такой чудо-человек, я бы сказал, который верит, я думаю, прям с самого рождения верит в чудеса. И да, способен удивлять. Это фокусник, иллюзионист Федор Коклягин. Федор, доброе утро. Доброе утро. С налетом какой-то загадочности. Федя, расскажи, как давно занимаешься иллюзией, да? Что это за искусство и что тебя вовлекло в него? Так, ну, фокусами я уже занимаюсь лет 5-6. Это началось очень давно, я в школе учился. Угу. Я на самом деле очень эмоциональный, у нас фокусник в компании был, получается, он мне показал один фокус. Фокусник в компании? Да, ну, фокусник в компании, нормально, фокусник, конечно, да. Куда без фокусников-то. Вот, и получается, он мне показал один фокус, я очень сильно удивился и как бы начал заниматься. Вот. А какие-то необычные вещи, секреты, которые не раскрывают другим людям, где их ты узнаешь? Ну это же секрет, ты же только что сказал. Нет, на самом деле все основы есть в интернете, но то, что показывают в основном фокусники, очень трудно найти в интернете. И когда ты занимаешься фокусами, там уже как-то все само получается. То есть есть какой-то форум фокусников, да, где мы все общаемся, делимся материалом. Ух ты. ВКонтакте, наверное, есть клуб любителей фокусников. ВКонтакте, чат, клуб, да, у нас. Клуб, открытая группа. Сообщество. Нет, ну, конечно, да. То есть все России, да. Все общаются. Федя, расскажи самое трудное, наверное, в твоей профессии. Самое трудное в моей профессии, наверное, это... Я не знаю, возможно вообще тут такое говорить, нет? Но банкеты, представляешь, конец банкета, приезжаешь, и там уже такие мужики, которым уже на все плевать, так скажем, не удивишь, да? Уже ничем, вот, да? Нет, они как бы удивляются, но они очень скептически относятся. У меня есть фокус, ты знаешь, в программе, где меня связывают веревками. Это... Я не знаю, как это объяснить, все, да. Ну, то есть, не всегда общение с пьяными людьми, угу. Вот, прям, это, когда конец банкета, это самое трудное в моей профессии. Ну, вообще, ты доволен? Я очень сильно доволен. А кто больше впечатляется, дети, женщины? Дети, женщины. Родители, как тебе сказать, ну, взрослые, детей сложнее удивить. Детей серьезно? Я да. думала наоборот. Но они такие, просто... знаешь, прям внимательно все смотрят. И все. Вот это да. Я вот наоборот думала, что детей удивить проще, что они более впечатлительны. Ты заблуждаешься. Я тоже так думал. Вот. На самом деле, взрослые, они сами как дети, только чуть-чуть невнимательные, так скажем. Отпускают, да? Детали. Да. А бывало такое, что где-то тебя ребенок такой, я все видел? У меня это бывает на каждой программе. То есть я прихожу, и они видят все просто, абсолютно все. То есть стоит стол, пока я там где-то готовлюсь, они подбегают, смотрят, все вот так вот разглядели, запомнили. Я смотрю, так и дошли быстренько отсюда. Потом начинается программа, и они такие, искусственный палец, значит, да, у тебя искусственный палец здесь. Вот, а как-то так, да, с собой не видал, пока все на месте. Приходится как-то совершенствовать программу, что-то новое придумывать, обновлять? Я скажу тебе так, то, что у нас в городе, к сожалению, многие фокусы не воспринимают на банкетах. Более надо делать зажигательную программу, вот. И, то есть я старался делать что-то серьезное, допустим, как там тоже по ТНТ, по-моему, «Звезды под гипнозом». Вот, угу. Что-то такое, да. Я примерно показывал, но это не заходит у нас в городе. Более вот. Надо развлечения туда. Да, да. Программу. Вот. Так я как бы стараюсь периодически менять программу, что-то обновлять. Угу. Вот. Ну, на новогодние корпоративы, надеюсь, уже сделаем что-то новенькое, да. Есть какой-то самый легкий фокус и самый сложно выполняемый? Да, который я умею делать или... Ты умеешь, да? Ну, есть, да. Я начинал с исчезновения спички. То есть это мои самые первые фокусы были, когда она прилипает к пальцу и такая, типа, исчезла, да? Это самый легкий, я считаю. Ну, и самый трудный — это с картами, наверное. Ну, который я знаю.
Угу. Его надо долго подготавливать или нет вообще? Ну, да, нет, ну как бы я работаю без подготовки. То есть пришел, можете дать свои карты, я оп, и вы удивились. Ну, мы всегда с картами ходим. Ну да, конечно, я знаю. Федя, демонстрируй. Так, ну, да, чего зрители этого ждут? Давай, знаешь, как сделаем? Начнем немного с детских фокусов. Можно две ладошечки твои? Да. Так, внимание, мы возьмем два шарика. Нужен ребенок, который внимательно будет смотреть. Сюда. Ага. Ты правша или левша? Правша. Ты правша. Закрывай, руку переворачивай. Итак, мы возьмем твою ручку, ну-ка, Зань, волшебное слово. Хавай-махавай. Здорово, мой исчезает. Итак, внимание, Лера, у тебя? Открывай. У тебя два шарика. Да он тебе денег дал за это. Да неправда. Ладно, Жень, давай переходим плавненько к деньгам. Ну, это моё любимое. Тебе 50 поменьше, да? Ну, да. Итак, бери, как у меня. Переверни. Давай. Ага, вот так вот. С двух сторон смотрим. Настоящее, нормально. Можно на свет, да? Итак, проверяем. Четкий пополам. Так. Еще раз пополам. Все ровненько вот так. Все. Еще раз пополам. Я сейчас буду фокус делать, да, получается? Да, я тебе, к сожалению, доверю свои деньги. Это все твои деньги? Сколько зарабатывают фокусники. Итак, переворачиваем. У меня в руках ничего нету. Там 130 одной купюры. Я надеюсь, нет. Итак, тебе какая купюра больше всего нравится? Москва, сотка. Я не удивлен, Жень. Итак, я сейчас достаю 50 рублей. Ты сотку очень крепко сожми. Договорились? Да, сжимай. Итак, у меня есть 50 рублей. Так. Внимание. Я превращаю ее уже. В 100 рублей. То есть у меня сейчас 100 рублей, а у тебя? 50. Ну, открывай. У тебя как 50. Как он это делает? Итак, у нас все честно, да? Как? Я сам в шоке, честно говоря. Ну, на, держи. Не отнимайте мою зарплату, пожалуйста. Нет, на самом деле мы не столько зарабатываем. Но это... пока что секрет. Так, да. дальше. Повышаем я градус. Подготовил фокус для вас двоих. У меня есть колода карт. Нас будешь связывать? Нет. Это в следующий раз будет, видимо. Итак, перемешаем. Так. Чуть-чуть. Жень, бери любую карту. Так, все не показывать. Мне не показывают. Я как телезритель. Я отвернулся, я не смотрю никуда. Чел. Угу. Итак, у нас все честно. Весь я могу поворачиваться? Да. Весь Магнитогорск запомнил. Да, можешь итак, я ее накрываю на синего цвета. Прикинь, итак, Жень, сейчас она... Тихо. Она холодного цвета, правильно? Если так подуть, то мы что сделали? Да, то есть одна карта начинает у нас теплеть, по идее. Наверное, да. У меня ручки теплые, хорошо теплит. Жень, ты походу накаркал. Что, не получится фокус? Я не знаю. Она пропала? А, вот она. Так, стой, давай попробуем еще раз. Ты держи любую карту. Так. Еще раз попробуем. Запоминайте. Бывает. Еще раз всем. Все, не буду говорить. Да, не каркай, пожалуйста. Запомнили? Запомнили. Говори стоп. Стоп. Клади карту. Итак, перемешаем. Можно на твои две ладошечки? Да, конечно. Так, на как... Какая камера? Вот это у нас, да, получается? Можно чуть поближе сейчас? Я привстану. Mm-hmm. Итак, семерка пики – это ваша карта? Нет. Это не ваша карта. Здорово. Семь пики отправляется к тебе вот сюда. Mm-hmm. Накрывай ее. Держи очень крепко. Договорились? Да. Женька, снись любой карты. Любой. Oui. Вот это, да? Итак, мы ее берем. По идее, это должна была быть ваша карта, но я так понимаю, нет. Держи очень крепко семерку пики, потому что я беру 10 крестик, трясу ее, она превращается в семерку пики, да? А у тебя какая карта? А там, по-моему, ваша карта, да, которую вы загадывали. Итак, здорово. Как это? У меня есть один женский фокус. Женский фокус. Я его назвал «Женская логика», да, он всего с четырьмя картами. Вот, не в обиду всем девушкам. Так, сейчас еще одну карту, да, надо четыре карты. Я впечатлением, я не понимаю, как это происходит. Я вот это все уберу. Между ладошек, правда, это было сжато. Это чудо. Смотри, у нас есть четыре карты. Да. Можно твою ладошечку? Да. Одну, неважно. Угу. Одна из них – это туз пики, она лежит снизу, это логично, правильно, да? Если ее положить наверх колоды, будет логично то, что она сверху, правильно? Если ее убрать вниз, будет не совсем логично то, что она сверху. Если ее убрать третий по счету, будет не совсем логично то, что она сверху. Если ее положить сюда, логично, у меня три карты, но нелогично то, что здесь. Если его положить сюда, будет не совсем логично, да? То, что у меня вообще четыре
тузопик. Но я же не совсем приходить на эфир и показывать вам фокус с четырьмя одинаковыми тузопик. Они разные в итоге, они просто Итак, разные. Ну и давайте, мне хотелось бы вам оставить один сувенирчик от себя. В студии, 150 Жень. Рублей? Это мои последние деньги, Жень. Говори стоп. Так, стоп. Неважно, где здесь. Держи Неважно, карту, я могу ее видеть. Все, не могли бы вы расписаться на ней? На, у тебя почерк хороший. Ты думаешь? Думаю, нет. Давай, покажи роспись. Плохо пишущая ручка, ну давай Ничего будет. Ничего страшного, тут будет понятно, да, то, что это ваша карта. Да, все расписано. Итак. Куда ее? Мне. Держи. Ага. Итак, Жень, у нас есть, не стопай пока, у нас есть ваша карта «Шестерка бубей», которая отправляется куда-то в центр колоды. Внимание, я щелкаю, она уже сверху, да? То есть ваша карта с подписью. Итак, мы попробуем еще разок, мы ее превращаем в другую карту. Так. Эта карта нам вообще пока не нужна. Итак. Ну, ваш. У меня есть видимый способ перемещения карты. Надо замедленно съемки смотреть. Итак, у нас видно, да? Да, что она согнута. Да, согнута. Согнута, я ее накрываю. Внимание, наверх колоды. Она просто прыгает, понимаешь? Держите, это вам от меня на память. Обалдеть, спасибо, Федя, это было круто. Вам спасибо. Спасибо за это чудо. Ты удивил, я до сих пор не понимаю, как это происходит. Это как-то происходит. Да, сегодня искусство иллюзии действительно поражает. Сегодня в гостях был замечательный, прекрасный человек, фокусник, иллюзионист Федор Коклегин. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо вам, ребят. Ну и, конечно, дорогие друзья, мы продолжаем. Мы рады вашему вниманию представить наш следующий на очереди материал.